это поиск острых ощущений. Ну, эмоции — это же самое главное. Я могу делать какие-то случайные действия, о которых вы можете даже не догадываться. А хочется как-то посмотреть себя, потому что я достаточно сильный человек внутренний. Никто точно не знает, что у меня в голове, что я могу сделать завтра или даже через 5 минут.